Я тебе говорил, что Кузгун Джебеджи является кандидатом. Он получил мое одобрение, женился. По моему желанию. Как ты посмел устроить засаду в доме двух людей, находящихся под моей опекой? Я не собирался причинить вред Деле Бельгин. Меня не интересуют намерения. Я смотрю на то, что сделано. Мне и вправду интересно, почему вы защищаете Кузгуна, господин Бехрам. Ты никогда этого не узнаешь. Одну минуту, пожалуйста, минуту. Не делайте этого, не выслушав меня, пожалуйста. Пожалуйста, позвольте мне, пожалуйста. Пожалуйста. Ферман Короглу. Он уверен, что вы мне поверите. Теперь мы можем обсудить наш договор. Добро пожаловать, госпожа. Спасибо. Стой. Иди сюда. Моя мышка. Добро пожаловать, сестра. Спасибо. Добро сестра. Пожаловать. Здравствуй. Здравствуйте. Я скучала по тебе. Я тоже, моя родная. Проходите. Спасибо, сестра Мираль. Приятного аппетита, дорогая. Давайте выйдем, а ты отдохни спокойно. Мне нужно кое-что с тобой обсудить. Ну что ты возишься? Дай мне. Давай. Что ты делаешь? Открой рот. Кузгун. Открою или клянусь, оболью тебя. Давай, открывай. Открывай. Ладно, помедленнее. Это очень полезно. Давай, ешь. Конечно, было бы лучше выпить это прямо из тарелки, но такие вещи не для тебя. Да что ты говоришь? С чего это ты взял? Вообще-то я люблю так делать. Дай сюда. О! Подожди. Кузгун. Почему ты не отходишь от меня? Тебе не надоело? Ладно, спасибо. Дальше я как-нибудь сама. Я просто привык к тому, что мы остаемся в одной комнате. Без тебя не могу находиться в доме. Я говорю серьезно. Ты не должен каждую минуту стоять возле меня. Ты в больнице был рядом. Этого достаточно. Иди, подыши воздухом, развейся. Я обязательно развеюсь. Еще как развеюсь. Я говорю серьезно. У дверей столько людей, вы прям войско собрали. Не волнуйся, со мной в этом доме ничего не случится. Ты чуть не умерла, Дела. Ясно. Но не стоит и дальше чувствовать себя виноватым. Ты сделал все, что мог. Спасибо. Я найду того, кто это сделал, Дела.
сломая руки, которыми он стрелял. Пуля, которая была выпущена в тебя, это пуля, выпущенная в меня. Ты же знаешь, таков был договор. Нам сказали пожениться ради мира. Хорошо, хорошо, мы поженились. Мы объявили перемирие, женились. Поэтому ты не оставлял меня одну? Ради договора? Ну, немного этого, немного того. Немного этого я поняла. А вот немного того нет. Что? Или я смогла выстрелить в твое сердце? Ну вот, опять начала. Бросила взгляд под названием «Я тебя покорю», сейчас поднимет бровь. Левую бровь, еще и челюсть потянет вперед. И кто знает, что она сейчас скажет. Ну давай, говори, говори, не молчи, а то лопнешь, не сможешь держать в себе. Ты испугался, да? Ну конечно, девочка. Сели в машину, как оказались в больнице. А ты все думаешь, что это детские забавы? Дела. Это очень серьезное дело. Здесь не до шуток. Ты чуть не умерла в 28 лет в саду своего дома. Бихрам мог бы это сделать? Не думаю. А вот я думаю так. От него все, что хочешь, можно ожидать. В конце концов, он тот, кого мы не видели, в лицо, кого мы не знаем. Ты сейчас отдыхай. Мы со всем разберемся по порядку, не переживай. Напали на след тех людей? Кое-что есть. Помнишь Недима, который приходил на нашу свадьбу? Один из главных за столом. Угу. Машина стрелявших принадлежала компании Недима. Недима, пусть увели? Пусть покоится с миром. Как, он умер? Только вот я не понимаю, зачем этим людям меня убивать? Кстати, они прекратили стрельбу после того, как пуля попала в тебя. Как это? Не поняла. Перестали стрелять, запаниковали и ушли. Очевидно, что заказ был не на тебя. И это никак не оставляет меня в покое. Здесь что-то не так. Точно что-то не так. Что случилось? Когда делаю вдох, больно. Подожди, я посмотрю. Ничего себе. Столько времени прошло, а повязку не поменяли. Хорошо, где медсестра? Нет, я сам все сделаю. Тут был поднос, где он? Я умею делать перевязки. Расслабься. Я посмотрю. Давай. Тише, тише. Все хорошо. Сильно жжет. Так лучше? А? Да, лучше. Иногда я обо всем забываю. То есть? Словно все, что мы пережили, было кошмарным сном. А реальность — то, что сейчас происходит. Но все, что пережили, реальность. А это?
Это тоже реальность, но... временная реальность. Вынужденная реальность. Позвать кого-нибудь к тебе? Не надо. Я хочу побыть одна. Ты можешь сегодня поспать в гостиной? Ладно. Добрый день. Есть новости? Хочешь сказать, что возвращаешься к делам? Только освободился. Новости есть. Чей был заказ? Боры Дагестанлы. Ах, он негодяй, я его убью. Иди сюда, иди. Не нужно сразу так реагировать. В этом вопросе есть кое-что. И что это? Только не рассказывай мне сказок. Бору трогать нельзя. Он мне навредил. Как с этим быть? Бора нужен Бехраму. Причина? Когда придет время, причину узнаем все вместе. Ни один человек не может уйти из этого мира, не выполнив свою миссию. Возможно, у Боры есть миссия, которой мы не знаем. В могиле я видел его миссию. Перейди в комнату нас. Раз вы не пользуетесь, то зачем вам рабочий кабинет? Вставай, дорогая, стол накрыт. Иду. Это успокоит вас и поможет уснуть. Хорошо, спасибо. Кузгун, ты в порядке? В порядке. Все нормально? Нормально, нормально. Все хорошо. Это фантомные боли. Слышала о таком? Например, тебе отрезали руку, а ты все еще говоришь, что у тебя болит рука. Когда... Когда я был в детском доме, у меня вот здесь возникала боль. Вроде, как будто что-то застряло. Думал, если ударю, пройдет. Но боль не проходила, никак не проходила. А потом меня отвели к врачу. Врач сказал, что ничего нет, но боль не проходила. Прошло некоторое время. Я сбежал из детского дома. Попал в тюрьму. Боль осталась. Болела, болела каждый день, лекарство не помогало. Потом я обратился к тюремному врачу.
Сказал ему: «Вытащи, вытащи это, вытащи». Что это такое? Впервые он мне объяснил. Сказал, что это фантомная боль. А почему она возникает? Это может быть чем-то психологическим. Сказал, что, может, ты скучаешь по кому-то или по родным местам. Долго и подробно рассказывал. Конечно же, я ему не поверил, но делать нечего. Человек привыкает ко всему, что его не убивает. Потом я увидел тебя. Прошла, но то, что заняло ее место, мне незнакомо. Настолько мне это чуждо. Я буду тебя любить. Как это происходит, я не знаю. Брат, мы вчера поговорили с мамой насчет долга по страховке. Мы нашли решение. Мы решили выставить дом на продажу. А ты что скажешь? Не расстраивайся, сынок. Все в этом мире бренно. Никто на тот свет ничего с собой не унесет. Главное — наш покой. Любые стены станут для нас домом.
Долг по страховке выплачен. Никаких проблем нет. Как это? Выплачен и все. Как это выплачен? Я решил это дело, мама. Это я поняла. Но откуда деньги? Ответь. Какая тебе разница откуда? Я сказал, что заплатил. В смысле, какая разница? Все, что касается тебя, касается и нас. Мы семья. Ты понимаешь это? Кумру, больше нет никакого долга. Все оплачено. Не давите на меня, ясно? Деньги опять Кузгун дал? Нет. Кредит за мастерскую еще не выплачен. Ты не мог взять новый кредит. Я сказал, что нашел. Закройте уже эту тему. Только не говори, что взял у ростовщика. Да, взял у ростовщика. Ты чего кричишь, сынок? Не тяни, говорю. У кого взял деньги? Али заплатил. Ясно? Он закрыл долг по страховке, а я взамен работаю на него. Пока не погашу долг, буду работать с ним. Успокоились? Мой брат женился на деле Бельгин. Живет у них в доме, и никаких проблем нет. А я работаю на Али. И оказывается, что у меня нет гордости. Прекрасно. И в этом мире, и в другом. За грехи вашего брата буду отвечать я. Все, что он переживает, все по моей вине. Но тебя вырастила я. Я. Пусть мне будет стыдно, но я не справилась с этим. Завтра я найду маклера. Как только продадим дом, вернешь свой долг. Картал, ты куда? Картал! Хорошо, а это куда поставишь, дочка? Нашла! Молодец, моя умная мышка. Папа! Красавица! Как ты, принцесса? Я играла с мамой в игры, чтобы ей не было скучно. Да, как может быть скучно рядом с такой девчонкой, как ты? Давай. А ты прочитаешь мне сказку? Конечно, прочитаю. Ты иди, я скоро приду. Ты в порядке? Тебя действительно это интересует? Седа, я задал простой вопрос. Если все в порядке, скажи все в порядке. Если нет, скажи нет. Разве сложно? Да, сложно. Я больше не выдерживаю, Али. Я не могу выдержать твое безразличие, отсутствие любви. Я не могу. Ради Аллаха, не начинай, Седа. Давай разведемся. Мы оба не заслуживаем быть такими несчастными. Дефне останется со мной. Ты можешь уходить куда хочешь. Ты прекрасно знаешь, что я не отдам тебе Дефне. Тогда забудь про развод.
Кузгун. Разбудил? Хорошо, что разбудил. Мы можем немного вот так полежать. Что я буду с тобой делать? Достаточно того, чтобы любил. А если я и так люблю? И всегда буду любить. Просто не знаю, как. А если нам вместе этому учиться? Сможем. Падая, вставая. Может быть, даже ломая, разрушая, но все же научимся. Достаточно того, чтобы ты просто меня любил. Осторожно. Доброе утро, зять! Доброе утро, червячок. Доброе утро. Доброе утро. Есть какие-нибудь новости? Иди к маме. Увидимся. Это пришло из химчистки. Спасибо, Мираль. Ты купила мне подарок? Нет, дочка, это не наше. Пошли, дорогая. Сначала заканчивай свои детские выходки. Не нужно пытаться действовать на меня через Фисун, ладно? Ничего подобного нет. Это она ко мне позвонила, а не я к ней. Попросила работы, я дал. Я все равно ее отправлю. Через пару дней одумается. Но если за это время ты попытаешься навредить Фисун, никто не сможет вырвать тебя из моих рук. А еще между тобой и Карталом был какой-то денежный вопрос. Кажется, ты оплатил его долг за страховку. Теперь это мой долг, я верну тебе. Картал мне ничего не должен. Не все происходящее в мире связано с тобой. Теперь это мой долг, парень. Я верну и точка. Какие новости насчет нападения? Все спланировал Бора Дагестанлы. Что? Ты уверен? Ты точно уверен? Да, это правда. А Бехрам знает об этом? Кто такой Бехрам? Приказ отдавал не он, но он защищает Бору. Я не могу ничего ему сделать. Кумру. Картал ночью не вернулся домой. Серьезно? Что этот тип пытается сделать? Сначала отец, потом дела. Почему он пытается копать под нас? У Бехрама Адывара не хватит сил, чтобы защитить Бору. Он мне ответит за это. Какой у тебя план? Если потребуется, ты узнаешь. Уточним один момент. Мне на тебя абсолютно наплевать. Но речь идет о деле, поэтому правила в игре меняются. Ты понимаешь меня? Ты же понимаешь? Увидим. Увидим.
Я был занят тем, что случилось с Дилой, но не думай, что я тебе забыл. Заметно. Кроме нее вокруг никого не замечаешь. Фисун, клянусь, ты все усложняешь. Не зли меня. Ты здесь не останешься, вернешься в Измир. Ни за что. Фисун! Ты мне не брат. Мой брат умер из-за твоей жены. Я останусь здесь, потому что работаю. И не спрашиваю у тебя разрешения. Кузгун. Кузгун рано ушел, дорогая. Вот как? Угу. Пришла медсестра, наложит новую повязку. Хорошо. Ты что-то невеселая из-за Кузгуна? М? Нет, при чем тут он? Я тебя понимаю. В такой ситуации больше всего хочется, чтобы муж был рядом. Ах. Будь уверена, я лучше всех знаю, каково быть нелюбимой. Я тоже в этом доме оставила свою душу. Если бы она умела говорить, рассказала бы. Не будем задерживать медсестру. Позови ее в комнату. Хорошо. Здравствуй! Ты выздоровела? Хорошо выглядишь? Некоторые вынуждены самостоятельно стоять на ногах. Кажется, ты права. После больницы осталось у меня. Спасибо. Не за что. Ну ладно, увидимся. Увидимся. Есть чай. То есть я только заварил. Вдруг захочешь выпить? Хорошо. Выпью. Подойди, подойди. Сначала буду говорить я. Разве осталось о чем нам разговаривать? Смотри, опять ты первый начал говорить. Знаешь, что у тебя есть? У тебя есть привычка произносить первое и последнее слово. Давай, не тяни, говори, что хотел. Бехрам знает, что нападение на дом устроил я. Несмотря на это, не позволяет тебе наказать меня. Это так, верно? Почему этот Бехрам тебя защищает? Ты думал об этом? Человек, из-за которого твой отец попал в тюрьму, Бехрам. Он человек, на которого работал мой отец. И тот, кто оставил безнаказанным убийство моего отца, он заставил тебя пожениться с врагом. Ты на самом деле думаешь, что это ради мира за столом? Ты посмотри на несоответствие. Чтобы убить меня, самое большое препятствие для тебя – Бехрам. Как я не могу убить тебя, так и ты из-за него не можешь убить меня.
Послушай, господин Кузгун. Убей Бихрама, а потом мы с тобой рассчитаемся. Кстати, открою тебе маленький секрет. В тебе есть нечто ценное для Бихрама. Дела, к тебе гости. Сельджук, добро пожаловать. Спасибо. Я пришел вас похитить. Прогуляемся немного. Я даже не знаю. Нам нужно обсудить кое-что важное. Не обижай нашего гостя. Как раз подышишь свежим воздухом. Хорошо, пойдем. Я подожду. Я скоро приду. Я и в больнице видела этого парня. Кто он? Ты не сможешь создать интригу вокруг этого парня, Шармин. Ты здесь остаешься? Нет. Просто дома обстановка немного накалилась, поэтому я тут. И еще, когда все дела идут плохо, приходится все держать под контролем. Поняла. Ты сама-то как? То есть, как ты на самом деле? Не знаю. На самом деле не знаю. Я уже давно чувствую... Чувствую себя невидимой. Не знаю, как ответить на твой вопрос. Понял. Ты работаешь на Али, да? Нет, это не совсем так. Я рада за тебя. Ты похож на хорошего человека. А если я не такой? Ты не один. Спасибо за чай. Еще налить? Мне уже пора. Увидимся. Увидимся. Добрый день. Разве это не жена Али? А что она хотела? У нее машина сломалась, я починил. Ничего такого. Сынок, не отдаляйся от меня. Не отдаляйся от нас. Мама, мне еще в цех нужно сходить. У меня куча дел. Куда поедем, госпожа Дела? Не поняла. Госпожа Дела поедет со мной. Мы поедем одни. Но господин Кузгун... Если у господина Кузгуна будут возражения, он сам мне позвонит. Пойдем сюда, Сельджук. У меня есть идея получше. Прошу вас. Что происходит, Сельджук? Прошу, доверьтесь мне.
Говори, Эджан. Господин Кузгун, госпожа Дела вышла из дома. Куда идет? Она не сказала, не захотела, чтобы мы пошли с ней. Она ушла с человеком по имени Сельджук. Приятель, я вас туда зачем поставил, а? Если Дела вас пугает одним своим словом, мы так далеко не уйдем. В чем дело, Сельджук? Куда мы едем? Немного терпения, госпожа. Скоро все прояснится. Слушай. Почему ты вышла из дому без охраны? Мы столько всего пережили. Разве это не послужило тебе уроком? Почему ты все делаешь по-своему? Закончил? Не закончил. Кто такой Сельджук? Как ты можешь доверять ему? Выйти из дома одна. Есть еще что сказать? Нет. Хорошо. Тогда увидимся. Можете выйти. Что происходит? Как это? Вы? Не вы, а мы. Госпожа Кудрет вам все объяснит. Сельджук? Я говорила тебе, что многое знаю о тебе. Ну уж нет. Слава Аллаху, все позади. Хорошо выглядишь. Насколько это возможно? Кто-то узнал, что мы сотрудничаем? Нет. Разве кто-то из твоих людей, кто-то из управления не мог донести до Бихрама информацию? Это невозможно. Потому что в управлении об этом никто не знает. Знает только Сельджук и пара доверенных людей. У Бихрама Адывара везде есть глаза и уши. Очень сложно понять, кто его люди, кто ему служит. Поэтому наша с тобой связь ни в коем случае не должна стать известной. Иначе ты не отделаешься одной пулей. По-твоему, кто это сделал? Судя по уликам, кажется, что это сделал один из ваших партнеров. Не Дим. Я пока что не знаю, как с этим связан Бихрам. Или я его убью, или он меня. Устроим дуэль. Тебе не надо устраивать дуэль. Достаточно, чтобы ты не нарушал порядка. Порядок? Господин Бихрам насильно посадил нас за один стол. Бора пришел и устроил нападение. Делу ранили. Где тут порядок? Плевать я хотел на такой порядок. Когда придет время, Бора будет наказан. Почему не сейчас? Какое время? Чего мы ждем? Это нас не касается. Я не стану ждать чего-то разрешения. Дела чуть не умерла. Ну и хорошо. Ты насильно женился, все равно не хотел. Ваш брак автоматически аннулировался бы. Ты ведь говорил, что этот брак должен превратиться в настоящий. Я не отказываюсь от своих слов. Это ты уклоняешься. Ты... Что, влюбился в Дилу, а? Кто говорил, что не станет поклоняться Розе, выросшей во время вражды? Кто говорил, что переступит через нее, не станет смотреть на ее слезы? Что случилось? Кто такая Дила, Кузгун? Не стоит из-за нее портить отношения с Бихрамом. Дила готова отдать жизнь за меня.
Если ты считаешь, что ты у нее в долгу, ты тоже спасешь ей жизнь. И делу конец. Так дела не делаются. Тогда ответь мне на вопрос. Так ты любишь Дилу или нет? Если отдашься любви, то проиграешь эту войну. Не ты меня, а я тебя закопаю. Если избавишься от Дилы, то у тебя будет шанс. Ты в живых останешься. И пойдешь по дороге, которая ведет к самой вершине. Ты любишь соболезную. Ты не сможешь выйти живым из этой войны. Клянусь, я не знаю, кто умрет, а кто нет. Это мы увидим. Но знай одно, Дервиш. Бора Дагестанлы ответит за ту пулю. Если может, пусть Бехрам выйдет и встанет у меня на пути. Выйдет и помешает мне. Я остановлюсь, если он встанет передо мной. Другого пути нет. Счастливо оставаться.